Так, вот такой кусок. Берем говядину. Режем его типа на стейки. Типа кусочки. Ну, такие, не знаю, сантиметра полтора-два. Немножко отобьем мясо, чтобы оно было мягче. Так, все, убираем, чтобы оно не брызгалось. Такие кусочки получаются, расплющенные немножко. Разогретую сковородку мясо не солим, прям так ложим кусочками, чтобы они оставались сочными. Потом же в конце мы посолим их. Вот мы уложили на сковородку мяско. Теперь оно с одной стороны, с другой стороны должно обжариться. Теперь у меня вот такая бэби-картошка в магните купленная. Я ее помыла. Теперь просто вот обрезаем ее, где она плохая. Таким кусочком. Нужно на четвертинку. Будет у нас картошка по-деревенски. Так, теперь добавляем, порезали картошку, добавляем специи. Хмели сунели, копченая паприка, это травки, перчик и чеснок. И масло подсолнечное. Потом накрываем фольгой и в духовку, в разогретую духовку на 150 градусов. Переворачиваем говядинку. Крышку больше не накрываем, чтобы испарилась жидкость. Чтобы она поджарилась. Сейчас, я думаю, уже можно ее посолить. Так, солим. Забыли мы посолить. Начали солить мясо и вспомнили, что мы картошку не посолили. Так, сейчас мы делаем соус для говядины. Мелко нарезаем чеснок. Добавляем майонез, кетчуп, горчицу и специи. Потом я покажу, что дальше делать. Для соуса добавляем чайную ложку соли. Даже чуть меньше. Перчик молотый. Мускатного ореха немножко. Ложку горчицы. Чайная. Немножко кетчупа и майонеза. Все перемешиваем. В конце, как приготовится, мы сверху добавим соус. Вот у нас готовая картошечка. Шкварчит. Вот, можно проверить, мягкая она вот так вот.
Да. Ну, точно практически готово. Так. Вот наша говядинка. Готовая. Что мы делаем? Берем наши кусочки говядины и так вот выкладываем. На картошку выкладываем, чтобы картошка была немножечко пожирнее. Вот. И сверху соусом. Так, теперь убираем духовку до полной готовности. Разогретая духовка на 170 градусов. Вверх и вниз у меня электрическая духовка. Все, прошло у нас 10 минут. Ой, запотело. И вот мы вытаскиваем готовый вариант. Вот так вот у нас получилось. Вот такой готовый вариант моего блюда. Как вкусно! Картошечка запеченная с говядинкой.